Глобальная реконструкция ведомственного санатория «Беларусь-Калия» началась в августе прошлого года. Капитальному ремонту подвергли корпуса и прилегающую территорию. К январю строители завершили необходимый демонтаж стен и перегородок, после чего начали работать над новым обликом здравницы. В ходе разбора конструкции выявились и проблемы. Спустя полвека эксплуатации строения нуждались в укреплении. Дополнительные задачи несколько удлинили сроки проведения реконструкции, но тем не менее завершить ее строители намерены раньше нормативного срока. Вместо 17,5 за 10 месяцев. Объект обещают сдать в мае. Работа завершена, значит, на 90%. То есть весь демонтаж выполнен в полном объеме, все черновые работы. На данном этапе ведутся работы усиленно, значит, по отделке во всех корпусах санатория. Усиленно ведется благоустройство территории. Сейчас самые масштабные работы ведутся по благоустройству территории. И раньше пляжная зона «Березки» не раз признавалась лучшей в областном и республиканском конкурсе на обустройство и содержание мест массового отдыха в границах водоохранных зон. После реконструкции территория здравницы обещает и вовсе стать эталоном. На береговой линии будет 2 теннисных корта, баскетбольная площадка и также будет волейбольная. Будет красивый пляж. Вот. Фонтан, амфитеатр. Береговая линия приобретет современный вид. Будет очень красиво. После реконструкции уровень здравницы поднимется до самого современного и в плане сервиса, и в направлении оздоровления и лечения. Питаться отдыхающие теперь будут по системе «Шведский стол». Для этого за счет пристройки расширили обеденный зал. Новинкой станут панорамные лифты, парикмахерская и открытая подогреваемая терраса с джакузи, выйти на которую можно будет прямо из бассейна. Для занятий спортом предусмотрен фитнес-центр с тренажерным залом. Отопление, освещение и вентиляцию в здравнице будет обеспечивать система «Умный дом». Но главное – это новый уровень оздоровления и лечения. Медицинское оборудование в «Березке» заменят на самое современное, благодаря чему смогут охватить комплексным лечением 75% всех имеющихся заболеваний. Водо- и грязелечение, физиотерапевтические процедуры. В лечебном корпусе начали монтаж первых дорогостоящих установок. Конечно, в первую очередь санаторий рассчитан на поддержание здоровья работников «Беларусь-Калия». Если учесть их семьи, которые тоже имеют право на путевки, а также бывших работников «Беларусь-Калия», то наберется едва ли не половина населения города. Но возможность воспользоваться услугами здравницы обещают предоставить и остальным солигорчанам. Речь идет о приобретении курсовок или отдельных услуг санатория.